Здравствуйте. Тема сегодняшней нашей программы – здоровье нации, людей, живущих в России. В нашей программе мы уже поднимали эту нелегкую глобальную тему. Надеюсь, мы будем к ней возвращаться еще не раз. И сегодня в гостях у нас председатель Московской медицинской палаты, президент фонда сохранения народа «Сила Отечества» Журавлева Надежда Александровна. Здравствуйте, Надежда Александровна. Добрый день. Первый вопрос у нас традиционный. Московская медицинская палата. Для чего она создана и, собственно говоря, что послужило началом возникновения этого явления? Потому что есть министерство, ведомство. Не хватает разве? Конечно, не хватает. Россия – великая держава, большая страна. И нужно помнить, что культура здоровья, культура питания, культура образа жизни имеет огромное значение. И Министерство здравоохранения создает условия для того, чтобы на местах врачи, общественные организации как раз занимались тем, чем занимались всегда великие наши корифеи в здравоохранении, то есть просветительской работой. Как правильно питаться, как правильно поставить вопрос, чтобы человек относительно был здоров. Особенно, что касается молодого поколения, детей, начиная с возраста детского сада. К сожалению, некоторые традиции утрачены, и нет в школе той подготовки, которая была, ну, возьмем советский строй, где каждому ребенку уделялось такое большое значение, и воспитывали как раз крепкого защитника Отечества, если это мальчик, и нежную, добрую, но очень работоспособную девочку, которая бы составила в семье опору, основу. Поставлен так вопрос, что мужчина – защитник, а женщина – это главное в семье, это быт, это воспитание детей, это культура того же поведения, культура того же питания. И мы стараемся сделать все, чтобы максимально возродить ту самую культуру той российской семьи, где четко отводится внимание будущему мужчине и будущей женщине. 10 лет назад была создана наша палата как общественное движение, как объединяющий, составляющий вот интерес друг к другу проект, когда люди в сложное-сложное время для России, я говорю о времени перестройки, и Владимир Владимирович Путин инициативу сам проявил, чтобы создавались такие предприятия, которые могли бы страну поднять, как это было всегда. Русские люди, они всегда старались помочь Отечеству, не только пойти защитить Отечество. Ведь посмотрите, из истории России война отечественная. Богатые люди отворачивались на 180 градусов от своей семьи, от богатства и шли защищать свое Отечество. Дай Бог, чтобы вот это вот генетически почувствовал каждый молодой человек, который сейчас готовит себя к будущей России. Ведь Владимир Владимирович Путин построил фундамент той новой России, которая есть сейчас. Ведь посмотрите, как укрепился дух, да, патриотизма, бессмертный полк. Как укрепился дух нашего воинства, как смело воюют наши солдаты в Сирии. Да сейчас в армию хотят идти. В армию хотят идти. Уже вот реально никто не бегает, не прячется. Это честь, достоинство семьи, это гордость. И мне сказал один ветеран, что устроиться на работу невозможно, если ты не был в армии, как было в Советском Союзе. Это очень радует. Слава Богу. И честь и хвала нашему великому президенту, потому что он смог в сложное время защитить, не предать нашу Россию. Он взял свои руки. Посмотрите, как он себя ведет на международной арене. Ни один мускул не дрогнет на его лице. Самая сложная ситуация. Совершенно замечательный пример. Как он спокойно себя проявляет. Да? С благородством, с таким, с вот силой и благородством. Честь и слава этому великому человеку. Мы за его спиной. Что должны делать? Мы должны создать для него ту самую опору, чтобы он мог сказать себе, когда ему так трудно, когда ему так тяжело, когда он так устал. Я борюсь за ту Россию, которая не подведет меня. Мы русские, мы поднимем Россию из любой ситуации, мы уже не на коленях, уже двуполярный мир. Но благодаря кому? Президенту. А где же мы? Где те российские люди, которые максимально должны помогать президенту в устройстве нашего великого государства? Только поэтому мы создали. Надежда Александровна, очень многие общественные организации, ставя вроде бы в уставе такие достаточно благие и благородные цели, на деле уходят куда-то в сторону. Вот как с вами, с вашей Московской медицинской палатой, какие задачи вы перед собой ставите и как вы, собственно говоря, их на практике реализовываете?
Основная задача – это, конечно, объединение специалистов. Я счастлива в том плане, что мы, наверное, выбрали самый правильный курс. Почему? Потому что мы смотрим на историю создания отечественной медицины. И прежде всего, несколько лет назад мы воссоздали общество русских врачей, которым управлял Николай Пирогов. И его задачи, те, что он тогда прописывал, взяли себе. Ничего не выдумывали. Есть устав общества русских врачей, который создан в 1858 году и утвержден вот именно редакцией той профессуры, которая очень бы хотела, чтобы не было в России, прежде всего, конечно, эпидемий и страшных заболеваний, которые просто косили людей, людей здоровых, людей перспективных, работоспособных. И они весь упор сделали на общение между собой. Ведь подумайте сами, какое счастье! Мы как раз организовали первый офис именно в том месте, где было создано общество русских врачей. Я не знала об этом. 7 лет мы его обустраивали. И от усталости, может быть, никогда ничего не читаешь, потому что очень много информации. Так хотелось, чтобы все было хорошо. Я шла по Старому Арбату и просто случайно заметила, что на доме висит какая-то табличка. Подошла и прочитала, а там написано: в 1858 году было создано общество русских врачей в том месте, где у нас офис. А мы его уже воссоздали. И тогда я стала интересоваться, как же так вообще может быть, это судьба. Вот всегда говорят, что Господь ведет по определенным путям, которые нам неведомы, и мы рано или поздно начинаем осознавать и радоваться тому, что мы не отступили из-за трудностей, потому что постоянно нежная, добрая рука Господа или, может быть, молитва Николая Пирогова, Воина Ясенецкого, ведь они ведь видят, кто что делает сейчас, это их продолжение. И мы не просто так пришли в это место. Было все очень упрощено, что мне очень нравится. Николай Пирогов собрал 35 профессоров, самых знаменитых в то время. Была платная медицина, кстати, да. Очень много людей, которые нужны государству, не могут позволить себе обратить внимание на свое здоровье. Я предлагаю вам собрать 35 человек, которые обладают свободным временем, и организовать один раз в месяц дежурство на данном предприятии. И вы будете дежурными, грубо говоря, дежурными по стране. Бесплатный прием вести? Совершенно. Объявили буквально недели две об этом в Москве. Создалась огромная очередь, прежде всего, из богатейших людей, которые не хотели платить, потому что знали, что там, где платно, там немножко не соответствует чистоте того же диагноза. Ну, понятно, да. И они приходили просто с результатом анализов и говорили, что же мне делать, лишь бы оперироваться, либо не оперироваться. И этот профессор, который совершенно независим, говорит: голубчик, нет, абсолютно нет, ты проживешь, я тебе просто рекомендую определенный состав, ты сейчас попей, приди ко мне через 3 месяца, и мы с тобой пересдадим анализы, и огромное количество пациентов просто не оперировались. Как сейчас дела обстоят? А сейчас мы собрали не только из Москвы, из России этих 35 профессоров, которые готовы дежурить по Москве. На что мы посмотрели? Мы посмотрели на те учебные заведения, которые довольно сильны в образовательном направлении, которые готовят хороших специалистов. И обратились в эти институты. Это Тверь, Калуга, Тула, Иваново. Это довольно сильная медицинская структура в образовательной сфере. И пригласили оттуда ведущих специалистов, которые согласны раз в месяц приезжать в выходной день, чтобы не только пообщаться с коллегами по своей деятельности, но и сделать все для того, чтобы те люди, которые сейчас вот просто устали, как в Англии написано, да, женщина в течение многих лет обошла всех врачей, все свое богатство растратила и все равно не получила помощи. А здесь, может быть, даже одной какой-то независимой консультации достаточно для того, чтобы человек уберег себя от неправильном пути в погибель. То есть, если он ляжет в больницу на месяц, два, три, как предлагает ему его личный доктор, то он просто вышибет себя не только из бизнеса,
но и из семьи. И не факт, что он останется здоровым, сильным, как он был раньше. Поэтому я считаю, что те врачи, которых мы собираем сейчас, они очень достойны. Они соответствуют имени именно Николая Пирогова. Прежде всего, конечно, это хирурги. Хирурги, которые оперируют и видят, что они прооперировали реально зря этого человека по рекомендации лечебного доктора, личного, скажем, доктора, который... Ну а вообще, возможно это как-то развить в масштабах всей страны с тем, чтобы это было некое начинание, которое имело вид системы? Это трудно, но возможно. Это, опять-таки, просветительская работа тех людей, которые сейчас находятся в рамках общества русских врачей. Мы планируем сделать немножко проще, создать тот экспертный совет, который может выехать в любой регион. Конечно, нам нужна помощь губернатора того региона, и мы сможем у губернатора поддержать. Почему? Потому что мы приедем с научно-практической конференцией, мы приедем с наградами тех врачей, которые заслужили эту награду. Мы приедем с концертом для того, чтобы созвать всех, кто так много делает для России, и поблагодарить губернатора и его наградить за то, что он так старается для своего региона. Это комплексная мотивация, да. И пригласите лучших специалистов в Москву для того, чтобы создать на базе, мы уже переговорили, в управделами президента, в объединенной больнице, они готовы предоставить место, где мы могли бы делегацию региона определенного привести сюда, чтобы они поприсутствовали на образцово-показательном, допустим, лечении или оперировании. То есть такие курсы повышения квалификации. Квалификации, да? Независимые. Я предлагаю посмотреть сюжет по этой теме, а затем продолжим разговор. Спасибо. В здании правительства Москвы на Новом Арбате 36 состоялся конгресс «Пути совершенствования медицинской помощи, ее качество и доступность населению России» в рамках поддержки программ президента Российской Федерации в сфере промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и медицины. Организаторы конгресса – правительство Москвы и Московская медицинская палата, Общество российских врачей. Автор и руководитель проекта – председатель Московской медицинской палаты, Академии медицинских исследований, почетный профессор Международной академии фундаментального образования, ректор Института судебно-медицинской экспертизы, член-корреспондент Международной академии интеграции науки и бизнеса, профессор Журавлева Надежда Александровна. В программе доклады и обсуждения спикеров Конгресса. Среди них известные медики, ученые и предприниматели, связанные с медициной. Прозвучали доклады по актуальным проблемам медицины, инновационным разработкам по решению проблем в этой области. Насколько важно доктору иметь вот некую внутреннюю чистоту души, в том числе и помыслов, при обращении к нему пациента и при желании помочь ему? Вот, наверное, самое главное – видеть в человеке не кошелек, который пришел на консультацию. К сожалению большому, я уже говорила, я против частной медицины. Я сама в свое время построила несколько клиник в Москве. И собрала, по моему мнению, достаточно сильных специалистов. Но, к сожалению большому, через некоторое время фактор наживы. Доктор не виноват. У него свои проблемы, дети, неустройства какие-то. Может быть, вторая семья, там хочется машину. Но мои... Или вертолет. Да, или вертолет. Мои врачи превратились в людей, простите за грубость, довольно циничных. Они принимали ласково тех людей, которые были относительно богатые. Знали, что они оплатят это лечение еще и дадут им сверху. Вот все опять же, возвращаясь к отсутствию стержня веры. Этим, да, пациентам уделялось большое количество времени. Те люди, которые приходили с деньгами, но их деньги заканчивались, на огромном количестве анализов и обследований, я считаю, что это неправильно. Потому что каждый доктор, настоящий врач, должен иметь интуицию, он должен понимать, что человеку нужно, что не нужно. И ведь посмотрите профессора как раз, ну, типа Преображенского в кино «Собачье сердце», который говорит: «Голубчик, ну это не нужно тебе». Не потому что он хотел очень много денег, он и без того был сказочно богат. Ведь человек, который профессионален, он все равно заработает, и заработает очень много, но у него есть границы чести и совести.
И вот мои доктора превратились как раз в циничных и несколько наглых докторов. Я, может быть, поступила с ними не совсем справедливо, но я закрыла все свои клиники в то время, в 2005 году, и мы были одними из ведущих в частной медицине. И все оборудование отдала первому госпиталю МВД. На огромную сумму, не буду сейчас называть, потому что с помощью моих друзей тогда мы приобрели довольно много оборудования немецкого корпорации Siemens. Оно было в то время 5-го поколения, которого в России еще не было вообще. И когда я приехала по приглашению генерала Юсупова в первый госпиталь МВД, вышли хирурги, которые получили это оборудование. Вы знаете, молодые офицеры, у них слезы текли по щекам. Я настолько была вот удивлена, да, они получили то оборудование, которое на картинке не видели и никогда бы и не увидели в течение. Сейчас-то они обеспечены очень хорошо. То есть вы оборудование раздали и решили приступить с другой стороны, да, с точки зрения образования, да, чтобы не допустить, да, повтора, чтобы ситуации. Чтобы не допустить вот этой мерзости, простите за грубое слово, мерзости, когда доктор, его даже доктором назвать нельзя, человек в белом халате просто вымогает. Он вымогает деньги. Не факт, что он поставит именно тот препарат, про который он говорит. Вот врачи говорили, вы знаете, есть очень дорогое лечение, очень дорогое, стоит $5000, но нужно его достать. Вот советская фраза «достать». И я вам его достану из Америки. Но он не полетит в Америку, он пойдет в аптеку, купит за 30 копеек и поставит ту систему, которая стоит 45 копеек. А пациент будет думать, что это то самое дорогостоящий препарат, который ему поможет. Дай Бог, чтобы не навредил, а то ведь и навредить может. Надежда Александровна, для того, чтобы не было таких вопиющих случаев, для того, чтобы не было вот этой вот болезни внутри врачей, тех людей, которые призваны сами исцелять, вот какая работа сейчас ведется официальными структурами, ну, назовем так, Министерство здравоохранения? Есть ли какие-то поощрения людей, у которых, например, хорошая статистика с точки зрения выздоравливания их пациентов? Ну, и она же все равно существует. Или это все, так сказать, абсолютно пущено на самотек, и каждый делает все, что хочет? Я полагаю, чтобы такая статистика была, нужно это рассматривать на законодательном уровне. Это очень важно, потому что что может сделать министр? Поймите, определенные рамки. То есть он не может выйти, он или она, неважно, министр, не может выйти за эти рамки. И здесь мы должны, наверное, свою инициативу проявлять, потому что я так счастлива, что сейчас так много настоящих врачей в России. Какой-то произошел отсев. Часть людей ушли из медицины. То есть они попытались поработать в частной медицине, не устроились в государственную, плюс реформа, которая реально вытолкала большое количество людей. И я думаю, что доктор знатный, доктор хороший всегда найдет. Его Господь не забудет, он всегда найдет себя. И, ну, неважно, в частной медицине, там, в государственной медицине. Я мечтала бы о том, чтобы все-таки наша медицина, отечественная медицина, была доступной. Я не понимаю, из каких таких соображений вырисовывается такая крупная цена на лечение и операции. Я не понимаю. Это, ну, уму непостижимо, но это недопустимо. Я считаю, что дети должны лечиться бесплатно. Я настаиваю, чтобы дети и старики лечились бесплатно. Нельзя им говорить, что это стоит 7 миллионов. Этот старик, который прошел войну, который, может быть, был в плену, который сейчас имеет огромное, по 8 килограмм наград, он должен быть олигархом сегодня. Это он заслужил денег. Понимаете? Или космонавт, который 6 раз летал в космос и теперь, извините, получает 25 тысяч за звезду и 20 тысяч оклад. Это он должен быть сказочно богат. Это он защитил нашу страну от Америки и от всех врагов внешних своими спутниками. Это он заслуживает. Почему он должен скрябать где-то эти деньги, чтобы жить дальше? А он не хочет жить дальше. Я знаю, они не хотят, они не понимают, почему они должны, которые всю жизнь положили на оборону, всю жизнь положили на образовательную деятельность. Это они воспитали сегодняшних офицеров. И я думаю, что это неправильно. Надежда Александровна, я искренне вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам на программу. Желаю вам помощи, Боже, в ваших трудах. Спасибо. А я желаю вашей программе процветания. Пусть к вам придут те самые настоящие герои не нашего времени, а вообще времени, чтобы рейтинг вашего канала был очень высоким, чтобы вы получали моральное удовольствие, общаясь с теми людьми, которые заслуживают общения и внимания в целом.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была председатель Московской медицинской палаты, президент Фонда сохранения народа «Сила Отечества» Журавлева Надежда Александровна. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!